Всем привет! С вами Inform TV. Тамара Акулова была очень популярна в 80-х годах, когда она снялась в картинах «Бедная Маша» и «Верой и правдой». В 90-х она ушла из кино, чтобы в 2000-х годах снова вернуться и радовать нас своими работами. Первый брак красавицы-актрисы был очень ранним. Тамара влюбилась в режиссера Юрия Шеринга на первом курсе вуза. Они поженились и прожили вместе долгих 6 лет. В этом браке родилась дочь Анна. Но вскоре молодые люди разошлись, при этом на девочке это никак не сказалось. Юрий всю жизнь уделял ей очень много внимания. А Тамара вышла замуж еще раз за известного режиссера Эльера Ишмухамедова. В этом браке у нее родился сын Митя. Анна выросла и стала многодетной матерью. Она окончила РАТИ. Однако, как призналась она недавно в интервью, чтобы стать актрисой, ей пришлось пойти против воли родителей. Режиссер Юрий Шерлинг и мама очень сильно были против. Они мечтали о совсем другой профессии для своей наследницы. Это и стало причиной серьезного конфликта в семье. К счастью, со временем они помирились. Помимо того, что Анна – многодетная мама, она все-таки успевает сниматься в кино. На счету 37-летней актрисы участие в таких картинах, как «Овечка Долли была злая и рано умерла», «Золушка», «Невеста» и многих других. А вы знали, что у Тамары Акуловой такая знаменитая дочь? Пишите в комментариях. Если вам нравятся русские фильмы, ставьте лайк. Не забывайте подписываться и жмите на колокольчик. Удачи!